Воспитанники детского технопарка «Кванториум» в Чебоксарах покоряют новые высоты. Победы в международных конкурсах – закономерный итог ежедневной научной работы в разных направлениях. Влад Александров – победитель международного конкурса детских инженерных команд «Квантариада». В центре он занимается почти 3 года. Вместе со своими друзьями он успешно решил сложнейшую задачу. Мы должны были внедрить водородный генератор, то есть из водорода получать электричество. Вот. И вся суть в том, чтобы энергия, которая вырабатывается этими источниками энергии, была стабильной и пригодной для использования вот жилых поселках, различных городах. Награда – 1 000 000 рублей, которые единомышленники хотят вложить в дальнейшее развитие идеи стартапа. Ребята намерены создать энергию способами, не причиняющими вред человеку и окружающей среде. Победить в конкурсе было непросто, ведь соперники тоже представили серьезные проекты, в их числе коллеги по кванториуму. Мы разрабатываем устройство, которое способно излечивать человека после заболеваний центральной нервной системы. От таких заболеваний могут быть проблемы с распознаванием эмоций, то есть у человека снижается эмоциональный интеллект, и он не может управлять мышцами лица. Возможно, может, возможно, не может. Зависит от ситуации. И наше устройство как раз-таки направлено на восстановление человека после таких последствий и после такого заболевания. В дни школьных каникул «Кванториум» работает онлайн. Мы открываем такие направления, как сайтостроение, IT в проектной деятельности. Также будет математика, которая помогает ребятам свои проекты просчитать, сделать их более, ну, такими, с точки зрения потенциального инвестора, более весомыми и научными. Также у нас новое направление – это инженерная графика, компьютерная графика, которая позволит сделать качественный интернет-маркетинг, допустим, создать свой логотип, какие-то другие направления попробовать. Проведенное, используя для ума время, обязательно даст результат, пусть и не быстрый. Технологические прорывы часто совершаются совсем юными умами. Александр Соловьев, Николай Скворцов, Республика.